Добрым днем, друзья! С вами Цифро, и сегодня покажу мод на новых криперов для Майнкрафта PlayStation. После установки данного мода в нашем мире появляется настоящий новый крипер, которых различить будет уже довольно сложно, потому что они будут стоять из настоящего блока. Ну что ж, первым крипером у нас будет крипер, который стоит из рыжих... Да, из рыжих досок. Вот, вот так он будет выглядеть. Да, это совершенно обычный крипер, но он замаскировался под обычный блок. Да, вот такой теперь у нас умный крипер стал, можно сказать. Теперь он сейчас у нас станет каменным. Так, ну-ка, вставай, давай каменным. Ну, как я говорю раньше, то, что блок ланчер еще находится в разработке, поэтому некоторые моды будут багать и, возможно, даже подлагивать. Так, ну, бывает и баг с крипером, то, что если они стоят на блок, который они могут превратиться, они становятся в обычных криперов. Так, давайте сделаем тыквенного крипера. Ну, ты уж не подведи нас, эй. Что-то тут не так. Да, надо было побольше поставить этих тыков. Вот, теперь у нас стал тыквенный такой крипер. Как видите, все очень хорошо проработано и классно выглядит. У нас теперь появится сейчас... Так, вот такой угол давайте. Появится, точнее, появился диджей крипер, привет. Музыкальный крипер, да. Довольно прикольно. Было бы прикольно, если они взрывались бы, и что-нибудь происходило очень прикольно. Это у нас такой глиняный крипер. Ну, мы тебя оставляем на открытом. Ну и последний крипер, это у нас обычный травяной крипер. Здесь на самом деле очень много разных криперов, которые вы можете посмотреть уже сами, да. Просто очень-очень много. Также здесь есть крипер, который стоит из тортиков, есть крипер, который стоит из черных блоков. Здесь просто очень, опять же, как я повторюсь, очень много разных криперов. Ну вот у нас каменный крипер. Давайте все закроем. Точнее, все эти загоны, но наш крипер, как всегда, уже сбежали. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.